первой встречи сразу поняла, что мы с тобою совсем не случайные. Ты снова спросишь, как мои дела, а ты мне нужен просто чрезвычайно. Мы с тобой вечно знакомы, будто 24/7 нам так вот. Сердце бьется, бьется, бьется сильно от каждого смайла на мой мобильный. Парни, оставьте меня в покое, я не знакомлюсь, меня им кроет лишь по рекламе, директ и ВК. Я все решила наверняка. Семейно, я никогда еще так сильно не любила.